Всем здорово, чуваки, как вы поняли по названию данного видеоролика, сегодня у нас будет дуэль с Вильна с пленением PSQ. И ради этого ролика мне придется лянуть со своего клана PSQ, с которым я нахожусь уже более полутора лет. Если что, это киберспортивная команда, которая была топ-2 мира. Мне сейчас реально сложно это осознавать, но что не сделаешь ради контента. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Капец. Ладно, я надеюсь, ты уже прожал свой лайк и подписку, а мы погнали, кротоха. Он прям справа стоит. Мне страшно. Он прям вот здесь вот. Или может быть идет КТ. Пацаны, я не знаю, что делать. Ух, ё-моё! С такими у нас разговор короткий. С такими у нас разговор короткий, Веля. Сейчас мы с тобой по-пацански поразговариваем. Нет! Это... Опа-на! Опа-на! На, Веля! Отлично, как два! Опа-на! А что ж ты делаешь, блин? На меня выходишь, ты чё, вообще, что ли? Мы сейчас будем вам просто уничтожать, ребятки, с вас обязательно лайк. Давайте постараемся на этом ролике сделать 15 тысяч лайков. Я буду вам просто искренне благодарен. И давайте уже наконец добьем 200 тысяч. Сейчас на канале 194 тысячи подписчиков. Осталось всего лишь 6 тысяч, мы добьем 200 тысяч. Давайте, я вас верю. А мы погнали в дуэль. Ладно, давайте первый раунд сыграем зиглом по дефолту. Чисто зиглом. Я, наверное, даже в темочку идти не буду. Я супер аккуратно сейчас буду играть. В доме? Не бей! Что? Я же 2 тычки зигла дал. Вы видели? Я 2 тычки зигла дал. Как? Что? А ну иди сюда. Читируга, блин. Нет, 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 все. Извини. Извини, пожалуйста, не бей. Сейчас будет очень опасненько, поэтому нужно что-то придумать. Вижу. Нет, Веля. Да блин, ё-моё, минус. Что это такое? А, сюда! 99 стекла, вы чё прикалываетесь? Что это такое нафиг? Я покупаю дигл, сейчас тебе поддаваться вообще не буду. Иди сюда. Привет! Хочу тебе посоветовать один из самых топовых шутеров 2021 года. Мех Арена. Один из самых захватывающих шутеров на смартфонах, который действительно может сравнить с крупнейшими ПК-играми. И знаете, что самое классное? Игра абсолютно бесплатная. Это один из немногих проектов, где донат не решает ничего. Победа зависит только от твоего личного скилла, а все мехи, оружие и карты доступны каждому игроку абсолютно бесплатно. В каждом бою все сражаются на равных, и победит только лишь сильнейший. Одно сражение здесь идет всего лишь 5 минут, но за это время ты постоянно с кем-то сражаешься, из-за чего игра становится в разы интересней. Прямо во время боя ты можешь поменять своего меха на другого, если с ним тебе наскучит играть. А также в игре есть ежедневные награды, которые можно забирать просто заходя в игру. В этом месяце Мех-Арена запускает две новые карты, а также боевой пропуск с множеством безумных наград. Игра совершенно бесплатна для Android и iOS, а по штрих-коду на экране и ссылке в описании ты можешь получить карбоновый скин, 300 коинов и целых 50 тысяч кредитов, чтобы помочь тебе начать игру. Ладно, давайте сделаем прям full эко раунд. Сейчас просто сыграю, наверное, с 5-7 каким-нибудь. Ладно, я сыграю прям в закрытую в тёмочке. Ага, он ушел на КТ. Он прям справа стоит. Мне страшно. Он прям вот здесь вот. Или может быть идет КТ. Пацаны, я не знаю, что делать. Ух, ё-моё. Я так сейчас обосрался. Просто поворачиваюсь налево, и тут Веля стоит просто спиной ко мне. А, блин! Сейчас сыграем один раунд с К-13, и если мы его затащим, то я покуплю АВП. Потому что если я покупаю АВП, ребятки, это все. Так, погнали, так вот залезем. Конечно, очень опасно. Но кто не рискует, тот не под шампанского, как говорится. Ху, 9 ХП. Нормально, нормально, Велясик, нифига он там прилег. Да как он перестрелял? Можешь, 9 ХП, лол! Блин, только счет 2-2, мы как-то прям нос в нос идем. Он 2 раунда забрал, я 2 раунда забрал, как-то вот непонятно. Давайте прям подпушим его. Ё-моё, ты чё, обалдел, что ли, с дробовиком играть? Не, все. С такими у нас разговор короткий, Веля. Сейчас мы с тобой по-пацански поразговариваем. И вот сейчас мы с тобой по-пацански поразговариваем. Он там что, заблудился, что ли? Нет, это... Чего? Сюда! Чё это сейчас было? Ладно, хорошо. Я сейчас закупаюсь на последние денежки эмочкой. Сейчас нужно прям максимально жестко халдить. Сейчас будет обидно, если он меня еще спину обойдет. Я об этом даже не узнаю. Оп. А где он? Нет, Тёмка.
Вот что это за бред? Я в прошлой дуэли с Вилли тачомку зайти не мог. В этой дуэли с Вилли тачомку зайти не могу. О, все, у меня начинает гореть. Когда у меня начинает гореть, я начинаю тащить. Все, Вилли, это был твой последний раунд, я тебе отвечаю. Ой, я топнул. Ну все, получается, мне кирдык сейчас будет. А где он? Да ё-моё, сколько? 92, вы чего? О, сейчас бы я бы пососал бы вот такую вот бибулю бы. 92, это капец какой-то. То 99, то 92, то 92. Я только что специально вышел со своего клана, в котором был 1.5 года, чтобы вступить в клан Вилли. Если я сейчас ему проиграю, куда я пойду? Кто меня возьмет? Походу, сейчас я реально буду без клана. Опа, накосал. Накосали немножечко, нормально. Урон есть, все, я ему снял где-то выше, чем 30. Отличненько. Так, в принципе, 40 секунд осталось, время играет на меня, поэтому сейчас просто будем играть от сейва. Страшно, блин. Опа-на, опа-на, а кто это у нас такой? Все. 43, ладно, хорошо. Первый раунд есть, третий раунд есть, поэтому сейчас будем просто уничтожать его. Сейчас постараюсь от агрессии сыграть. На, Веля! Отличненько, 20 хп, фух. Блин, пацаны, если бы вы слышали, как сейчас бьется мое сердечко, вы просто, у вас бы уши бы начали болеть. Это просто, это 200 ударов в секунду. В доме его не видно, наверное, он пошел в темочку. И в тем, что? А где он? Ага, понял. Давай, выходи. А давай, выходи. Опа-на! Да что ж ты делаешь, Вель? Ты на меня выходишь? Ты чё вообще, что ли, перепопутал, а, или чё? Я думаю, сейчас затащу этот раунд, и можно будет уже купить АВПшку. Потому что с АВПшкой я прям уверен, что сегодня буду его уничтожать. Ё-моё! Ё-моё! Просто это капец какой пот! Все, я покупаю авик. И все, я иду тебя пушить с авиком, мне все равно. Я 2 метра ростом. Он тоже взял авик, ты чё, обалдел, что ли? Так, 6-7. Сердечко стукает. Последний раунд. У него 13 было. Так, не прострелили. Блин, а где он? Я вам клянусь, он в темке только что стрельнул. О, ё-моё! Ух, ты чё так пугаешь? Да как ты так подла... Ну, понимаю. Я ж дернулся, увидели? Решающий раунд. Давайте, я куплю АВП на решающий раунд. У меня сейчас дико бьется сердечко. Последний раунд, решающий. Он был в доме. Блин, страшно, что капец. Нет, все. А где он? Я, короче, здесь просто буду сидеть до конца. Вижу. Давай, просто! Да, я выиграл! Да! Я выиграл! Ну, удачи! Я выиграл! Окей! Пацаны, это была самая путная дуэлька. Так, сразу же пишем в клан. Ё-моё! Я аж вспотел, серьезно. Так, смотрим. Сейчас должна отвели. Летит девочка в клан. Моя кошка аж испугалась. Я просто сейчас вылетел из комнаты, начал орать. Она просто думает, что за дурачок какой-то. Блин, давайте даже спин откроем, а? Слушайте, вот я... Так, где спины? Ради такого события я даже хочу спин один открыть. У меня, конечно, уже все пройдено. Ну просто по приколу сейчас откроем, просто у меня очень хорошее настроение, ребятки, просто я, наконец-то я попал в вискью. И да ладно, пофигу, что выпадет кейсик, ну ладно, давайте да еще и кейсик сейчас откроем. Прикинь, сейчас перчатки пролетели, нифига себе. Стой, отличненько, еще и, ну отлично, просто это походу лучший ролик на канале моем. Все, сейчас просто жду заявочку в клан, и тогда включусь уже, когда мне Вели кинет заявку в вискью. Так, все, заявка к вам прилетела, видите, теперь тут 10 заявочек, нажимаем и... Заявки. Вилли-сквад, пацаны. На счет 3 я нажимаю ровно 49 из 50. Я самым последним вступаю в VSQ. На счет 3 нажимаю на эту кнопку, ребятки. С вас лайк, подписка. И я нажимаю на эту кнопку. 1, 2, 3. Я в VSQ просто. Фух, я виски, пацаны. Так, где я? Вот он я. Рапин виски. Боже, как же это круто, как же это кайфово, ребятки, я очень рад. Всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика. Давайте, знаете что? А давайте даже какой-нибудь ножичек разыграю. Давайте разыграю для вас, чтобы такого было прикольненького. Какой вот у меня есть дорогой ножичек. А давайте разыграю какой-то керамбитик, допустим. Вот, допустим, вот мой любимый керамбит клав. Давайте вот, для участия в розыгрыше на керамбит клав вы должны поставить лайк на данный ролик. Вы должны подписаться с колокольчиком и в комментариях написать свой ID от стендоффа. И обязательно, кстати, самое обязательное условие — это смотреть ролик от начала до конца. Итоги будут уже в следующем видеоролике. А вам спасибо за просмотр. Я вам желаю всего самого наилучшего. Всем удачки и всем пока-пока, ребят. Стой. Если ты досмотрел ролик до этого фрагмента, то тебе очень сильно повезло. Напиши данное слово в комментариях, чтобы попасть в розыгрыш на Керамбит Клау. Итоги будут уже в следующем видеоролике. Но ты не забудь про лайк и подписку. До скорых встреч.